это количество слов, оно, то есть оно зашкаливает, то понимание оно уходит, понимаете? И говорить, это не из-за этого, говорить... это из-за того, что из слов вам понятных я складываю образы, которые не из этого мира, они не загружены в вас, но это очень, наоборот, и задумано. В этот момент выключается личностность и включается безличностность, о которой мы и говорим, и она меня слышит очень хорошо. В противном случае вы бы сейчас уже убежали от микрофона, ну вот вы стоите и стоите.